Вау, какой крутой компьютер! Суд объявляется открытым! Ну и натворил ты делов! Итак, котенок белоносый обвиняется в том, что разбил компьютер за 50 тысяч, который одолжил Юрий Барабулькин у соседа. За это он приговаривается к 24 часам тюрьмы. Дяденька судья, а я у вас спросить хотела. Вы зачем себе голову туалетной бумагой обмотали? Поскольку котенок несовершеннолетний, к тюремному заключению приговаривается его законный представитель. В смысле? Обжалованию не подлежит. Позорники! Вы вообще знаете, кто мой хозяин? Так, будешь мне тут возмущаться, мы тебя на неделю в тюрьму посадим. Дядя Шерлок! Я занят. Не видишь, я территорию охраняю. По-моему, ты в мусорке копался. Нигде я не копался. Что тебе надо? Маму в тюрьму посадили. Да. Свою камеру хотя бы осмотрю. Все равно нечем заняться. Так, вместо подстилки у меня тряпка какая-то. Стены грязные, изрисованные. Зачем-то маска тут висит. Ну ладно, а туалет-то мне зачем? Из картона сделали. Надо бы дизайнерам сказать, чтобы они YouTube поменьше смотрели. Эх, ну хотя бы окно есть. Есть идейка. Давай, давай, как же тебя выключить? Вырубайся! Ну все, проход свободен. Мамочка, это я! Сынок, это ты? Дядя Шерлок просил тебе рацию принести. Вот она, держи. Да чего там Шерлок мог придумать? Мурда, прием, ты слышишь меня? Да, слышу, прием. Итак, сейчас я расскажу тебе план побега. Какого побега, Шерлок? Я не понимаю, о чем ты? В общем, ты прекрасно знаешь, что я склонен к побегам. А еще недавно я научился играть в различные игры. Ладно, Шерлок, дам я тебе в приставку поиграть. Но только объясни толком план побега. В общем, Мурка, если пробить стену в твоей камере, то можно попасть на склад. Рядом с этим складом проходит вентиляционная труба, по которой можно тихо и спокойно сбежать. Только не спрашивай, пожалуйста, как я тебе проход сделаю. Я все продумал. Шерлок, а продумал ли ты, как я могу сделать дыру в стене, чтобы попасть на склад? Да так, чтобы охранники не заметили. О, ну это я еще не придумал. Вот как всегда, можно все продумать и при этом забыть о какой-то важной мелочи. Ух ты, дыра! Какая еще дыра? Не знаю, но первый пункт плана выполнен. Вау, да тут целый склад еды. Тут жить можно остаться. Мурко, надеюсь, ты не собираешься там? Ты что, конечно же я собираюсь покушать. А то в этой тюрьме меня вообще плохо кормят. Я проголодалась. Тут столько всего. Мурка, нужно бежать скорее. Тебя же там засечь могут. Да кто меня тут засечет? Ух ты, да мне тут дискотеку решили устроить с мигалками и огнями. Круто! Что там такое? Мурка, нельзя терять ни секунды. Сейчас я освобожу тебе проход в трубу. Как ты мне его освободишь? Тебя же тут нету даже. Да короче, Мурка, твой сын положил бомбу под эту стену. Что? Какую бомбу? Мурка, отойди на безопасное расстояние. Ладно. Ого! Да тут туннель целый. Ладно, надо бежать, а то меня поймают сейчас. Пия, здесь убирались вообще когда-нибудь? Ой, длиннющая эта вентиляция. Аж заблудиться можно. Свобода! Она что, сбежала что ли? А, вот кто склад с едой обворовал! Зрители, если этот ролик наберет 30 лайков, то я посажу эту кошку в такую тюрьму, из которой она уже ни за что не сбежит! Ну и спасибо за просмотр!